Подставляем трубопроводный доскоп EVT 9200 23 30 MR 512 HZ версия 2. Значит, ну, в наименовании 9200 это серия, 23 это диаметр 23 миллиметра камеры, 30 это длина кабеля, M значит наличие метровых отметок, R значит наличие записи. А запись производится на карту памяти, которую можно ставить вот сюда. А карты памяти в комплекте нет. А отличие от предыдущих моделей, здесь используется камера с разрешением Full HD 2 мегапикселя. И кроме того, используется более новый совершенственный чип, который поставляется отдельно вот в такой вот коробочке. Значит, для работы необходимо включить сам прибор, после чего мы заводим камеру в нашу трубу с импровизированным засором, который мы там изобразили из скомканного куска бумаги, и также поставили мы монетку. Так вот, мы нашли монетка у нас, вот бумага, вот мы приблизились к месту засора. Теперь наша задача найти, где находится наша сама камера. Для этого мы включаем прибор двигательным нажатием. От него идет постоянный звук с динамика. Если этот звук раздражает, то можно просто включить наушники и ориентироваться по указаниям вот этого индикатора. Сначала мы включаем режим ФА, то есть это далеко. То есть мы не знаем, где у нас находится. Вот идем. Когда мы пришли и увидели, что у нас по режиму ФА уже получается полная линейка, мы уже включаем режим НЭА для более точного определения. Несем его где-то вот так вот на уровне пояса и идем. Вот, смотрите, мы сейчас дошли до самого большого уровня. Ну, далее мы сделаем поменьше чувствительность, чтобы более точно определить. Вот поставили вообще на самую низкую чувствительность, единичку. И проходим мимо, смотрим. Да, вот она как бы максимальная, где-то у нас показывает здесь. Вот. То есть мы сначала с этой стороны идем. Вот, нашли максимальную точку. Вот. Можно сделать побольше, чтобы она была видна. Потом проходим. Пропал сигнал. Идем в обратную сторону. И также отмечаем, вот где-то она должна быть здесь. Мы нашли примерную точку, но нам надо еще определить, в какую сторону идет труба. Это можно сделать так. Мы идем кругом от этой точки. Вот, включаем чуть-чуть сильнее чувствительность. И вот на таком небольшом радиусе проходим. Вот она показывает. Идем так. И вот когда у нас в непосредственной близи от места, где мы обнаружили камеру, сигнал обнуляется, это значит, что наш прибор, щуп, перпендикулярно трубе, то есть перпендикулярно нашей камере. Отмечаем эту точку. Дальше идем по кругу, снова у нас появляется сигнал. Проходим. Сигнал опять пропадает, вот опять на нуле. Тоже отмечаем. Получается, что вот между вот этими двумя точками проходит труба. То есть в итоге мы знаем направление трубы и мы знаем место, вот где максимальный сигнал. В этом месте находится сама камера. Вот. Ну а сама камера у нас сейчас находится там, где засор.